Эти школьники сцены не боятся и с первыми тактами песни сами без руководителя начинают повторять танцевальные композиции. Они еще ученики начальных классов, но на дальневосточной танцевальной сцене уже основательно закрепили лидерские позиции. Самое запоминающее – это когда я был в Находке, я победил и выиграл первое место. У меня Хабаровск в том, что мы стали там первыми. Это было неожиданно, там мама с ума сошли и была такая радость, что мы потом ходили вот так, кубок этот целовали. Коллектив «Анжелика» на будущий год отметит юбилей – четверть века. За это время танцоры из военного города разъехались по всей стране и добились немалых результатов. Из-под точного счета бессменного руководителя Светланы Семеновой вышли чемпионы Дальнего Востока. А в свое время Светлана со своим партнером и сами были вторыми в России по спортивно-бальным танцам. Сейчас коллектив готовится к большому дальневосточному танцевальному празднику. Во время фестиваля «Бархатный сезон» в Приморье пройдет открытый чемпионат и первенство края по танцевальному спорту. Два дня более 700 пар на сцене у берега моря представят все стили этого спорта. А 14 сентября, в единый день выборов губернатора Приморского края, победители фестиваля дадут праздничный концерт. Концерт будет необычный, не такой, как всегда, потому что на этом концерте, кроме участников из Фокина, будут еще и принимать участие гости, которые приедут на фестиваль спортивного танца «Бархатный сезон». А гости на этот фестиваль съезжаются к нам и из всех городов Дальнего Востока. Танцоры соберутся в местном доме культуры. Здесь же будет и избирательный участок. Сейчас в Приморье на всех пунктах, где будет проходить голосование, организаторы готовят концерты. Ольга Скрипникова, Александр Кононенко. Панорама.